что вся жизнь — борьба, но каждое поражение — начало нового сражения. Каждая смерть — начало новой жизни. Смерть — всего лишь жертвоприношение во имя новой жизни. Поэтому не стоит бояться погибнуть в бою или умереть. Не страшно, потому что ты просто начинаешь новый путь. В Эрмитаже хранится великолепный гребень. Он весит 294 грамма. Он лежал возле головы скифского вождя, и на нем изображена жесточайшая битва. Гребень положили рядом с вождем для того, чтобы утешить воина и придать ему силу в новом мире начать свой долгий путь. Сергей Прокофьев был увлечен странными и таинственными мифами о скифах. Скиф есть в этом слове, в самом звуке его свист стрелы, обремененный полетом. Премьера «Скифская симфония» состоялась 16 января 1916 года в Мариинском театре, дирижировал сам Прокофьев. Скандал был оглушительный. Публика покидала зал демонстративно. Оркестранты роптали. Глазунов ушел после первых тактов. Правда, через несколько минут он также демонстративно вернулся. Мисковский специально приехал из Москвы, чтобы присутствовать. Но он слегка ошалел. Изумительно и по содержанию, а главное, по ошеломительной звучности.